Вот так изящно мы вышли на Дарью Ткачеву. Еще одну молодую гимнастку из Белоруссии. Подрастающее поколение. Ловля далеко очень бросила, но добежала, поймала предмет. Но сбавка будет за пробежку за предметом. Сошла на фуэте, третью форму, переходящую в третью форму, и поэтому элемент не будет защита. Сложный риск. Бросок. Конечно, молодым гимнасткам очень сложно совмещать артистизм со сложными элементами. Это вот есть, конечно, девочки, которые от природы имеют вот эту выразительность, и они не могут без нее работать и тренироваться. А вот есть девочкам, которые надо развивать и раскрывать. Это непросто. Тренирует Дарью Ткачеву олимпийская чемпионка Мария Лобыч. Хорошо выступила девочка на чемпионате Беларуси этого года, завоевала бронзу в упражнении с обручем и мячом. Анастасия.